В Инстаграме наткнулась недавно на Чуева. Ох, и мерзкий он, конечно, со стороны. Терпеть не могу скользких людей. Могу ошибаться, что скажешь насчет него? Катрин пишет. Катрин, чуть-чуть ты ошибаешься. Я Андрюху давно изучил и как бы знаю его. Знаешь, он бывает прямой, очень прямой. Он бывает неприятный. Тут я полностью согласен. Но он не то чтобы скользкий, нет. Он такую жизнь прожил непростую. Непростую. Он знает, чего он хочет. Это важно. Это важно. И еще. Ребята, Чуев один из тех людей, который своими руками зарабатывает деньги. И может дать заработать другим людям. Это тоже очень круто. Потому что есть Чуев, а есть его бывший друг Май Абрикосов. Который, сами знаете, чем занят. Да? Этот ветхий дед, которому вокруг вообще все виноваты. Ну, все виновны в том, что он живет неприятную из всех возможных своих жизней. Самую убогую, склизкую, жуткую, вонючую. И плохо пахнешь. Вот они дружили, ребята. Дружили. Андрей деньги зарабатывает, между прочим, и в Америку ездит. И новенькую свою жинку в Америку возит. На экскурсию. А Май сидит, ребята, и вот занимается тем, чем он занимается. Вот вам две разницы. Зайчик, Олеж, вырежешь про Чуева, да? Давай сделаем Андрюхе приятное. И всем остальным, кто еще иногда помнит и о том, что есть